Здравствуйте! И это рубрика «Развиваемся, играй». И я, педагог-психолог Наталья. Сегодня мы с вами делаем логическую игру. Называется она «Пицца». Все дети любят пиццу, но эту полюбят особенно. Из альбомного листа вам нужно вырезать вот такой круг. Как его сделать большим и ровным? Да взять тарелку и обвести. Какая тарелка, такой круг. Этот круг нам нужно будет разделить на 8 частей. Сейчас я вам покажу, как это легко сделать. Но не буду использовать этот круг, а возьму вот такую заготовочку. Вот такой кружочек мы складываем пополам, проглаживаем как следует. Еще раз пополам, проглаживаем. Потом делаем сгиб промежутков. У нас получается вот такая вот пицца. Посмотрите, карандашиками я вам прорисовала эти сгибы для того, чтобы им было вам видно. А вот здесь я прорезала ножницами небольшие углубления. Вот там, где заканчивается линия. И выделила черным фломастером. Для чего? Для того, чтобы этот круг использовать несколько раз. Потому что нам вот таких заготовок понадобится несколько. Берем нашу заготовку. Берем круг, который уже разделен на 8 равных частей. Там, где мы с вами сделали прорези на конце нашего линии, я ставлю цветным фломастером точки. Беру линейку и теперь соединяю. Почему не складываю? Для того, чтобы наш кружочек остался ровным. Чем толще фломастер, тем интенсивнее получается линия. У меня фломастер тонкий, поэтому я прочерчиваю два раза. По краю обводим наш круг. Я объясню потом, для чего. Это нам поможет, когда мы будем с вами играть в пиццу. И еще мы с вами помечаем внутренний угол каждого кусочка. Вот здесь можно поставить точку, можно что-нибудь нарисовать. Ну, давайте я вот такие вот крестики поставлю, для того, чтобы пометить каждый уголок. Вот так. У нас получилась вот такая заготовка. Чем больше вы их сделаете, тем больше наборов для игры у вас получится. Делайте их разными цветами фломастер. Обязательно. Вот так. Ну и что же теперь мы делаем? Я вам покажу готовые варианты. Что можно сделать? Из цветной бумаги я вырезала различные геометрические фигуры. Здесь есть и полукруг, и круг, и треугольник. И наклеила не в центр вашей пиццы, а на границу каждого кусочка. Обратите внимание, это самое главное условие. Можно нарисовать различные рисунки. Вот здесь у меня тема «Окружающий мир». Здесь есть и понятие «Лето», «Зима», «Осень». Вот такие вот рисунки вы можете их сделать сами. Они цветные. Посложнее любые простые рисунки, но черно-белые. Вот такие. Если вам трудно рисовать, придумывать узоры, вы можете взять любой детский журнал ненужный, который вы уже собираетесь выбросить в макулатуру, вырезать картинки из журнала и приклеить. Основное условие мы приклеиваем не в центр кусочка, а на границу. На границу. У нас с вами получаются вот такие вот интересные картинки. Берем ножницы и разрезаем пиццу по нашим границам. Смотрите, режьте аккуратненько, ровно. Это можно сделать все вместе с детьми. Они вам с удовольствием помогут и намазать клеем рисунок, и приклеить. И ребята постарше, которые хорошо владеют ножницами, могут это сами и разрезать. Тему рисунков
Ваши дети могут предложить сами. Может быть, кто-то приклеит смешариков, кто-то приклеит каких-то роботов. Вот такой комплект у нас получился. У нас с вами получились кусочки пиццы. Теперь главное перемешать и сложить пиццу. Мы берем один кусочек, ищем соседнюю пару. Квадрат готов. Здесь у нас был ромб, и мы складываем ромб. А здесь по цвету нам подойдет треугольник. Так, здесь у нас трапеция, но для детей это просто крыша. Здесь у нас зеленый кружочек, полукруг и прямоугольник. Наша пицца готова. Для чего мы помечали с вами уголочек? Помните, мы ставили знак? Где-то я ставила точечку, где-то я ставила просто полосочку, потому что иногда дети пытаются другим уголочком поместить кусок. Но мы должны с вами напоминать, что у нас есть самый острый носик, и он у нас ложится в серединку. И если ты положишь правильно, все кусочки соберутся вместе. А теперь давайте вспомним, зачем нам нужен был цвет фломастера разный каждый раз. Потому что все эти кусочки у вас в итоге могут перемешаться и собрать пиццу зеленую или оранжевый кусочек. Не получится. Картинки у нас не совпадут. Поэтому ребенку по цвету нашего кусочка легче будет найти нужную пиццу и собрать ее. Чему мы здесь с вами учим наших детей? Здесь они закрепляют знания о цвете, о форме. Они стараются быть наблюдательными, внимательными, сосредотачивают свое внимание на выполнении заданий. Ну и, конечно же, если вы такую пиццу сделаете дома вместе с вашими детьми, это будет любимая настольная игра. Играйте с удовольствием. До свидания.